Так, дорогие товарищи, спиздинг материала в глубины шпротов. Опасность 4. Экстремальное ограбление. А кварки это у нас такие эти минералы, да? Которые таскать надо. Голубые, большие. И здесь окаменелости, это эти... как окаменелости? Ну, короче, эти ракушки. Ветвистая лощина, тут будет много всяких растений. И довольно сложная местность. Колючек? Да, колючки. О, тут иногда бывает так, что ты просыпаешься раньше времени. Этот кикнуть этот. Во, вот это вот надо мочить. Там сверху еще, блин, этот сверху еще, блин, ребята. Тут мы пришли в Вьетнам, у меня сейчас флешбеки начнутся. Сразу ставь турель. Ты как до тебя добраться-то? А, по другую сторону. Да, супер. Да. Друг спас друга. Так, мочите вот этого тваря. Все, супер. Так, что там у нас такое? Ready to blow! Коцнул? Нет. Stop shooting! Да, блин. Так, сейчас сек, я это самое... На телефон отвечу. Давай. Bunch of lithophage meteor fragments are coming your way. О, сейчас еще будет дополнительное задание. Смотрю. Бляха-муха меня скинула. Вот видишь, эта тварь такая, блин, полезна. Козлина. Так, Ален, мы тебя потеряли. Хикс, там Ален по на 8 часов. Блин, не на 8, блин, на 4. Ну ты понял. Explosives, blights. Так, что-то у нас еще есть. Папа, дохни. Да, блин. Ну, хотя бы на середину меня скинул. Помогите, пожалуйста. А? И что, у нас два этих самых? Два инженера? Ну... Там... Вот покидать эти... топочку. Ладно. Инженерить.
Swarm! Down the hatch! Hey. Depositing minerals. Ой, ядрит мой. Тут лучше вник это. Ай, блин, опять я херню спорол. Ну там на меня набросились, можете туда кинуть какую-нибудь курю гранату. А вы не можете. Хикс, что с тобой? Ты приболел? Так, так, так. Берегись роевиков. Ну да. Ну, теперь посмотрим, насколько у нас толковый скаут. Вытянет или нет? Пока непонятно. Куда-то он бежит за чем-то. Мог бы сразу и окаменел и забрать было. Так мои хотелки. Че он с дробовиком? А, этим двойным. Как в Думе. Поднимал бы уже, что ты тупишь. О, красавчик. О, тут этот самый. Да блин, пускай идет. А, молодец. Ай, молодец, красавчик. Так, все, я вернулся. Ну, я играл, но просто без этого телефона заплатил. Понятно. Все. Так, там на вас эти... Этот бежит. Окей, валите. Лифт детонатор, вот бы приручить такого, а? Он уже слишком взрослый для такого дерьма. Где детонатор? Говори, где он? Извини вас. У тебя что-то с речи не то. Я тебя плохо понимаю. А, просто и дырка внизу. А, неинтересно. Блин, а. Вы, кстати, тут мостик построите, это ёкарный бабай. Вы же эти инженеры, вы можете этими пластобетонными этими понастроить. Где вы, кстати, там? А, вот тут вот. Там. Блин, далеко, далеко. Далеко. Rock and stone, you beautiful girl. Так, supplies are on the way. What's this? Кто там умер? Это ты? А. А, ничего страшного. Вот тут лезет. А он да? Убежал. Я говорю, спас, а он убежал. А, вот что этот мохнатый воришка. Так, Хикс. Он убежал и умер. Отличный план. А, нет, подожди, это Ален умер. Ален, а ты как там оказался? А, ты внизу оказался. Понятно. Тут такая ямище. Я же говорю, что мосты строить надо.
Вон, видишь, там есть, там вот это вот есть. Там бы как минимум платформу поставить. Да. И вон там вот еще видишь вот это. Посилка. Чё ты такой? Страшно. Журчит еще на меня что-то. I think we're actually doing all right so far. Ой, кого там? The swarm is upon you. А ты эти ставь. Сразу, блин, с, блин, как там их? Турельки. По возможности. Ну, то есть, если ты понимаешь, что сейчас будет тебя кусать какая-нибудь тварь, лучше поставить сначала турельку, а потом... Это, конечно, по полезно. По ситуации. Дай-ка. А, блин, тут еще дредноут прилетел. Ну, точнее, прилетел, прискакал, но это все равно неприятно. Будешь отвлекать. А кто тут? Кто тут меня пытается обосрать и это самое? Ой. Так, нам срочно нужно нитро. Чем занимается этот воришка? Я без патронов. Вот-вот, я об этом и говорю, что нам нужны. А у меня, походу... А нет, нормально. Каким-то образом я умудрился убить опрессора. Это было неожиданно, но приятно. Собаки, вот это вот. Вот именно, son of a bitch. This is the resupply pod. Вот, мне бы не повредило. Там платформ активнее полюбуюсь. А, назвался, так сказать, инженер. Последний кварк, да? Сейчас я принесу. Давай, дело хорошее. Чё, окаменелости? Напишите-ка этому воришке, чтобы он пиздил еще немножечко окаменелости. То он что-то херней какой-то занимается. Bloody hell, you're hot to kill!
Так, окей, что там у нас такое? Так, что, может, закажем капсулу снабжения? Да, конечно, заказывай. Че, че ты на нитру смотреть? Она же такая красивая, красненькая, знаешь. Да, большая, красивая. Как в том анекдоте. Тут золото, если что. Got no flares ready. Watch out! Cave leech in the ceiling. Как ты удачно. I got the cave leech. Feeling much better now. Swarm, they're here. О, swarm. Я так и не понял, а золото вообще для чего собирается? Где оно используется? Ну как, для того, чтобы ты покупал там эти апгрейды. То есть ты до 25 уровня дойдешь? Просто до апгрейдов еще нет, поэтому я его не трачу, да? Ну да. Что у нас там по... Дырка. Окей. Где? Это в другую сторону немножко. Привет. Flares ain't ready. А, вижу. Отличный план. А, это плохой план. Спасибо. Поднимите Хиггса. Разбудите кто-нибудь Хиггса. Да прям по этому самому. Как в чужих, да? Да-да-да. А больше не засунуть, да? Можно. Оно просто, ну как бы, это то, что нужно сделать. Вообще, как бы, по-моему, там оно засчитывается, что если у тебя есть дополнительные какие-то штуки. Вообще, в целом, как бы, это такая хорошая практика зачищать пещеру полностью. Ну, не зачищать, а разведать. Потому что все равно эти волны, они... О! К нам приехал детонатор, дорогой. Что? Меня детонировал. Ну, вот. Ой, что-то мне патрончиков надо было. Я как-то себя не очень хорошо чувствую. Not ready. Flares recharging. Вы там справляетесь сами вообще? Да, все, справились. Я полежал и нормально. Ага. А, вот это вот. Надо этого убить. Блин, эльфа не убили. Черт. И убить и дотянуть его эту. Дотянуть его тушку до... до спасательной капсулы. Да, смотрите, двое от меня, что тут копались, а? Такие.
что-то медом намазано. Гномы-любители, что делать? Да кто там кидается? Ох, не собака. О, я еще один бонусик достал. От этих. От этих метеоритов тоже можно добыть. Грин говноед. А где оно? Где этот? А вот. Оно ко мне летит. Может быть, даже этого самого получится. Вот оно здесь. Drop pod departing in T-minus 3 minutes. Getting into my suit, getting closer to our quota. I'm out. Как хорошо бы проследить, где же этот самый, где этот товарищ Эльф. Что у нас там происходит такое? Это вакханалия. Вот, я и говорю, это вакханалия. Нахернали. Две минуты вроде как можно вас попытаться спасти. Что-то какой-то пиздец. Вы тут устроили. Ауч. Ай, блин. Этого эльфа это хорошо найти. Он, по-моему, в ту пещеру побежал. Как раз таки. Сюда. Просто идите в огонь. Так, где у нас эвакуационная капсула? Вот она. Где эта тварь может? Ты как-то до нее добраться, а понятно. Что, били? Нет? Не убили. Не, не убили ни хрена. Ну ладно, черт с ним, побежали отсюда. 30 секунд, вряд ли мы что-то еще найдем. I'm with you, you goblin! 10 seconds to take off. Lights up! What did I? Clear out fucking 3, 2, 1, heading for orbit. А, я умудрился с правильной стороны встать. А где Хиггс, ты где? Я тут сижу на креслице слева. А, кто-то просто встал за тобой. Ладно, нормально. Ага. Ну, эльфа не убили. Мы выжили. Но выжили. Ну, у тебя опять голова. Вылезла. А,
глубины шпротов, да. Нормально. Я так понимаю, что ты, Ален, не так много играл инженером. Ладушки. Если кто смотрим, смотрим дальше. А кто не смотрим, увидимся.